И в завершении выпуска о погоде, которая навряд ли порадует в ближайшее время жителей Центральной России. Температура воздуха начинает постепенно снижаться. Если выходные еще в районе 15 тепла и небольшие осадки, то уже к началу следующей недели заморозки и дожди грозят зарядить на несколько дней. А День Победы обещает стать самым холодным за последние 3 десятилетия. Ожидается, что в столичном регионе будет около 4 градусов выше нуля.